Омлет на кефире. Сегодня приготовим омлет на кефире. Мы привыкли, что омлет готовится с молоком, яйца. Но готовят еще яйца с кефиром. С вами канал «Просто и полезно». Мы готовим простую, доступную, полезную пищу. Подписывайтесь на канал, готовьте с нами. Для приготовления омлета на кефире необходимо кефир, 2 яйца, перец черный молотый и соль щепотка. Разбиваем 2 яйца. Добавляем щепотку соли и перец черный молотый. Венчиком взбиваем. Яйца домашние, желточки желтые. Взбиваем яйца, просто вилочкой можно, венчиком. И добавляем 3 столовых ложки кефира. Взбиваем. Сюда добавить можно зеленый лук, порезать мелко. Мы добавим укроп. На сковороду наливаем столовую ложку растительного масла и разогреваем сковороду. Выливаем яичную смесь с кефиром на сковороду на маленький огонь и под крышку 5 минут. Это самый простой рецепт омлета. Очень полезно на завтраке. Можно готовить быстро и просто. Омлет готов. На завтрак очень удобно, быстро и просто. Нарезаем и подаем на завтрак. С вами мы прощаемся. До новых встреч. Пока. С вами был канал «Просто и полезно».